Впервые за историю кузбассовцы напишут тотальный диктант осенью. Организаторы акции сообщили о ее переносе с 4 апреля. Точную дату назовут 25 марта. Это было самое сложное решение за всю историю проекта, но иного выбора нет. Для большинства поклонников акции участие станет невозможным. Это коснется практически всех зарубежных стран, а также большой части России. Онлайн-курсы по подготовке будут продолжаться при любой эпидемиологической обстановке.